Тут есть еще кто-то? Ну, молодцы. Выжили. Василий Шумов. Герой вселенной. То есть он все это придумал, он организовал всех музыкантов, скоординировал все с клубом «Хлеб». Клуб «Хлеб», что-то, они скромные ребята, а может быть, светиться не хотят перед лицом прокуратуры, не знаю. В общем, с нами тут на одной сцене их нет, но они просто, они исключительные молодцы. То есть теперь я хочу сказать, что клуб «Хлеб», не знаю, как на вашей карте Москвы, но на моей карте уже стал почетнейшим местом. Очень надеюсь, что все остальные концерты в клубе «Хлеб» будут проходить столь же бурно, по той же прекрасной атмосфере. Спасибо еще раз вам всем, спасибо журналистам, спасибо музыкантам. Все молодцы, все стояли до конца. Некоторые, правда, ушли, но я думаю, по уважительным причинам. Я больше не могу петь, потому что спел три взаимоисключающие песни, детскую, женскую и Пети Мамонова. Вот, это мало кто может выдержать такие вокальные испытания за один вечер. Значит, на этом концерт объявляется закрытым. Был концерт в поддержку Арсения Троицкого. Считайте, ребята, что вы меня поддержали. И могу сказать, что если вам понадобится поддержка, и я вас всегда поддержу. Если клубу «Хлеб» понадобится поддержка, если их начнут после этого доставать всякие проверочные комиссии, то я уверен, что мы сможем мобилизовать и московских музыкантов, и московских промоутеров, клубных деятелей, вот, чтобы мы заняли круговую оборону против всяких неприятных деятелей. Так что солидарность нас всех спасет. Ну, теперь слово предоставляется церемонимейстеру, продюсеру Василию Шумову. Ребята, огромное вам спасибо всем, кто помог сегодняшнему вечеру состояться. Огромное спасибо ребятам из клуба «Хлеб». Они проявили по-настоящему бойцовские, даже, наверное, скорее, даже героические качества, исходя из того, как себя некоторые другие клубы повели, с которыми я общался. Огромное вам, ребят, спасибо. Огромное спасибо Артемию Троицкому. За все его статьи, рецензии, телепередачи, FM Достоевский я могу продолжать и продолжать, Так что, Артем, огромное тебе спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания.